Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А сегодня я хочу поделиться с вами новым аэродропом. И монетка это уже на двух биржах. Криптопия и Yobit.net. Но Yobit, как бы, кто этим занимается, никто не рекомендует. Биржа плохая, значит, вот Криптопия. Значит, давайте перейдем к регистрации. Буду все делать как бы в режиме онлайн и показывать вам. Значит, и не допускайте моих ошибок в случае чего. Значит, вводим имя, email адрес, username Telegram. Далее нажимаем на эту вкладочку и подписываемся на их группу в Telegram. Вот, вот их группа Telegram. Подписались. Далее, так, Telegram. Так, далее, username в Твиттере, у кого есть. И что нужно сделать? Нам говорят, подписаться и сделать ретвит. Переходим в Твиттер. Значит, нажимаем читать. Так, и сделать ретвит. А ретвит вот такой вот. Нажимаю сюда и ретвитнуть. Так, ну и что? Нужно что-нибудь написать. Все, ваш твит опубликован. Так, это я сделала. Далее. Так, это ретвит. Теперь Facebook. Значит, и перейти. Так, здесь у нас что тоже делать? Пост и тоже сделать ретвит. Значит, я перехожу на Facebook. На Facebook сейчас сделаем то же самое и на Фейсбуке. Нажимаю подписаться и ставлю нравится. Так, и сделаем тоже ретвит. Поделимся записью. Вот их запись. Так, ставлю нравится и поделиться. Поделиться доступно всем. Это было опубликовано в вашей хронике. Так, далее я так перехожу к себе на страничку. Вот моя публикация. И что делаю? Так. URL им надо. Копирую. С адресной строки нужно как бы свою страничку, да? Перехожу. Так, Facebook, профиль, URL. Так. Все это. Далее, что у нас здесь? Так, это я перешла. И придумываем пароль. Так. Ой. Ну, здесь все. Телеграм, Твиттер и Фейсбук мы присоединились. Так. Нажимаем регистр. Нам дают при регистрации, они раздают монеты на $10. Значит, смотрите. Так, сразу запомните, вот это наша партнерская ссылочка. Так, можно делиться, кто умеет и любит. Далее что? Нам дали $10. Эта монета, как я уже сказала, уже на двух биржах она есть. Потом по окончании ICO их,
эти 10 долларов, они превратятся в монеты, которые мы будем уже как бы сюда вводим, еще ничего как бы не кликабельно, адрес кошелька, и будем выводить уже на биржу. Как я сказала, лучше всего это Криптопия. Так, как же это монетку скопировать бы ее? Ага, вот FFS. Смотрите, копирую. Так, перехожу на Криптопию. И сейчас мы посмотрим эту монетку. Так, где же нам ее посмотреть? Маркет. Нажмем. Так, ага, сюда сейчас зайдем. И мы ее сейчас забьем, эту монетку. Где у нас тут поисковик? Так, попробуем сюда вставить. Так, и здесь у меня точка. Точку, наверное, надо убрать. Вот, эта монетка. Стоит она, конечно, не так уж и дорого. Но, как я слышала информацию, она как бы растет, будет расти. И они очень много ее раздают. Вот как могла, я до вас донесла, а надо вам это или нет. Я делюсь с вами лишь только информацией, ребят. А вы уже сами принимаете решение, правильно? Значит, переводим на русский. Так. Ну вот, купить, продать. Вот она здесь, как бы, да, эта монетка. Она есть на бирже. Это уже, конечно, радует. Вот, продают, конечно, мало. В основном, как бы, ее покупают, что ли. Ну, такая вот монетка. Вот она. Название ее, как бы, да. Она есть на бирже. Кому интересно, пожалуйста, присоединяемся. Но неинтересно, проходим мимо. Ваше это уже личное дело каждого. Раздают как бы бесплатно, потом еще до окончания ICO 30 с лишним дней. Вот. Так что еще за это время она подрастет, я думаю, потому что уже есть такая информация, что она пойдет в рост. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!